Все-таки решила я подсадить вот это вот мое маленькое рео, большой горшок. Ой, место только вот здесь с краю было, потому что тут уже идет корень. Как бы тоже неохота нарушить корневую этого цветочка. Сейчас будем смотреть, какая корневая у моего цветка. Посмотрите, какие корни он нарастил. Я всегда говорила, что этот цветок очень быстро растет, достаточно неприхотлив. Сейчас попробуем подсадить его. Ну, смотрите, как сейчас он стал смотреться. Уже такой более красивый, потому что я говорю, все, у меня на один бок. Какие-то механические повреждения. То есть не очень красиво. Сейчас вот боковушку такую подсадила к нему. Сейчас будет красиво выглядеть. Какой он у меня красавец. Хочу прям большой-большой его вырастить. Такие наши нежные цветения. Скудненькие. Вот она какая. Красотка. Просто красотка. Ой, листочек. Ладно, сейчас я его помню.